Всем привет! Я часто в видео показывала, как я ищу веточку, чтобы сделать вот такие палочки из плакучей ивы. Рассказывала, насколько это у нее высокая жизненная сила. И вот я сделала эти палочки, вернее, мой муж, вот такие маленькие. Я уже показывала, рассказывала. И вот у меня тут лежат такие длинненькие две палочки. И хочу немножко показать и с палочками точки и какие-то упражнения, которые очень я ценю. Просто делюсь, может, кому пригодится. Для рук я показывала, еще хочу показать, вернее, напомнить, что как важно даже попробовать. Можно такие палочку, можно любую палочку найти. Если нету плакучей ивы, можно любую, вот какую найдете. И только единственное, пошлифовать ее, такую вот, чтобы она гладенькая была. Она должна быть такой вот, если взять, вот небольшая. И две длинные палочки я покажу, для чего они нужны. Очень эффективны. Ну, как сказать, я не могу на 100% утверждать, потому что ну, у каждого организм свой, но пробовать что-то я, допустим, всегда ищу, пробую и делаю. Мне очень нравится один китайский Мойчун, мастер. Он показывает, я могу ссылочку поставить, чтобы вы их смотрели, как он очень много разных показывает действий. Я взяла себе на заметку, что-то суммировала, сгруппировала и делаю ну, такие упражнения, которые очень эффективны. Даже вот эти палочки, если вот потереть между ладонями, сразу появляется какая-то, по всему телу идет какой-то такой импульс энергии. И также можно с ними же и успокоиться, если вот это для успокоения тоже хорошо. В общем, покажу. Что-то возьмете, что-то нет, может быть. Ну, я буду время от времени что-то показывать. Напомню одно упражнение или действие, можно сказать, с палочкой вот этой, которая, вот как я уже говорила, все в наших руках. Есть такое выражение. Вот руки на самом деле очень снабжены точками, которые связаны с нашими органами. И поэтому очень легко делать просто. Попробуйте. Вот даже по косточкам слышно такой звук. Прокатывать. Это от инсульта тоже. Не скажу, что помогает, но предотвращает или посмотреть. Не должно быть боли. Ну и вот чтобы энергию себе наработать или наоборот успокоиться. Вот как я говорила, это про руки. Я просто напомнила, что насколько это эффективно. Вот это упражнение по ладошкам тереть. Так же само с этой стороны. Каждый пальчик, каждый суставчик. Это очень эффективно. Пробуйте, пожалуйста. Вот я хочу показать, вот для чего. Не только для этого, но это одно из вот эти такие длинные палочки. У меня здесь ноги мои. Вот. И хочу сказать, что ноги тоже очень важны. Они всю жизнь нас носят. И довольно-таки зависит еще от веса. Да, тогда если вес большой, то и ножкам тяжело. И они должны быть, конечно, здоровыми, крепкими, чтобы было удобно, легко, быстро носить нас по этому белому свету. Вот такое постукивание по стопам очень хорошо действует на наш головной мозг. На наши полушария, правый и левый, они активируются. Это да, звук по косточкам стучу.
вот по стопам стучу, очень такое приятное ощущение. Это одно упражнение от Альцгеймера, есть такая болезнь. И вообще, если ногам хорошо, то и голове хорошо. В смысле, мы чувствуем себя, ясное сознание наше. Улучшается память и проясняется сознание. Поэтому стоит попробовать. Вообще, постукивание по всему телу, это тоже очень эффективное. И, надо сказать, очень приятное ощущение. Вообще, надо стараться слушать свой организм. Прислушиваться. И часто он подсказывает, что надо делать, твое это, не твое. И еще, что касается памяти, хочу еще показать вот этот большой пальчик. Обратите внимание, какой у вас вот здесь должно быть кругленькое. Все такое вот мягенькое, кругленькое. Если оно вдруг у вас квадратное, надо разминать каждый день, чтобы... Это тоже отвечает за память, за ум. И стоит потрудиться этот пальчик хорошо, вот особенно здесь, хорошо разминать. И вообще, каждый пальчик потереть, когда трешь, то при трении образуется энергия, то также самоактивируется наша жизненная сила, и она идет в наши органы по всему телу. Здесь вот также точка, так идешь, тут косточка, и вот до косточки доходишь, и точка тоже очень такая эффективная. Вот мне нужна палочка, которая вот... А вообще можно работать вот этими кулачками каждый день, идти по вот этим фалангам. Здесь тоже очень много точек. Вообще много очень точек. Но вот эта точка, она также самоактивирует весь организм и дает энергию. Тоже такое приятное ощущение, когда вот делаешь массаж своим ногам, стопам, пальчикам. Ну, сегодня хватит. Ну, вот я показала такие незамысловатые упражнения, которым стоит уделить внимание. И они не трудные, но единственное, нужно немножко время, чтобы... позаниматься, даже смотреть иногда, они удобные тем, что можно смотреть телевизор, смотреть ваш любимый фильм и делать что-то для своего тела, для своих ножек, ручек. В следующих видео я буду показывать еще, может, какие-то действия, которые очень мне, допустим, нравятся, важны. Поэтому я уделяю этим действиям большое значение. Я желаю вам здоровья, до новых встреч!